Добрый день, друзья! Не знаю, услышите ли вы меня, потому что какой-то поднялся ураганный ветер, и не уверена, что будет все слышно. Я вот в таком интересном месте, одном из самых чистых мест Черноморского побережья, Криница. Знаете, здесь есть лагерь, ну, пансионат, назовем так его, Кубанского университета одного. И вот это его истоки. То есть все равно все как-то покрашено. То есть здесь студенты прежде жили, не знаю, кто сейчас живет. Мне кажется, никто не живет, может, хозяйственные какие-то постройки. И здесь замечательный совершенно парк, лесопарк такой есть. Знаете, он мне напоминает даже не английские, а скорее какие-то здесь сюжеты прямо, знаете, хоть картины импрессионистов пиши. Вот, может быть, удастся показать как-нибудь в другой раз. Сейчас я иду по аллее с пляжа. Очень стало холодно. С утра страшный шторм был. Сейчас море чуть-чуть успокоилось, но вода ледяная. Я один раз искупалась. Решила, что пока хватит. Надо идти одеться. Вот. Ну, вот такой вот Криница. Такой вот есть пансионат. Там у него дальше корпуса, но у него выход прямо к морю, хотя территория очень большая, поэтому приходится идти достаточно долго. Ну, то есть, все относительно, конечно. Женщины вчера мне жаловались, что далеко море. Ну, как далеко? Идешь по прекрасному парку, идешь по каким-то дорожкам поля. Ну, то есть, возможно, разные варианты. Вот. А вот этот зеленый домик – это библиотека. Но поскольку сейчас только первый заезд, она не открыта, что весьма грустно. Потому что сегодня ночью была страшная гроза и ливень. То есть, завтра тоже вроде не обещают прелестную погоду. Поэтому почитать, полежать с книжкой это или посидеть в парке – это самое то. Смотрите, какие здесь сосны. Здесь сосны южные. То есть они такие разлапистые, широкие. Смотрите, сколько шишек. Вот. А еще здесь очень много лип. Сейчас, может быть, покажу позже. И когда ты выходишь, вот я вчера приехала, я вышла из машины, и, знаете, просто как, почти как в каком-то восточном государстве оказалось. То есть настолько был аромат опьяняющий и сильный. Ну, все-таки у нас как-то не настолько сильные ароматы цветов. А вот липа, здесь они огромные деревья, и она сейчас цветет. И это, конечно, нечто. Ну, вот там вот вдалеке видно чуть-чуть море. Вон море, да, какие-то. Ну, я его покажу отдельно. Но посмотрите, какие тени, светотени. То есть темная зелень, светлая зелень. А вчера было солнце, и это просто смотрелось феерически. Вот так. Ну, это вот небольшой экскурс. Мое пребывание здесь. Потом я расскажу еще что-нибудь. Всем хорошего настроения и здоровья. Пока. С вами была Наталья.